Одна из Одинцова. Ученица Ирина Смирновой. Серебряный призер третьего этапа Кубка России, который проходил в Перми. Анна Новичкина, Москва. Итак, на льду Анна Новичкина. Из Москвы Анна Новичкина, 15-летняя спортсменка,
Довольно-таки в короткой программе еще она чисто выступила, но конкуренция была настолько высока, что даже с небольшими помарками невозможно было забраться в десятку. Поэтому вот она стартует первой в произвольной программе, имеет невысокий номер после короткой, но тем не менее каталась опять довольно-таки чистенько, немного просто. Например, не прыгала вообще Луц и упала с флипа. Но большую часть, вот она пыталась исполнить флип, здесь жутким недокрутом, падение. Но это была ее самая большая ошибка. Два тулупа, тройной и двойной. Не очень, конечно, красиво, но вытащила этот прыжок. Ну и, в общем, на таких прыжках уже дальше более простых Ридбергер, Сальхов, двойной аксель. Анна Новичкина большую часть программы чисто и откатала. 2,5 оборота аксель. Так немножко цепляла, конечно, свободной ногой лед, что не ускользнет от глаза судей. Здесь в новой системе судейской, конечно же, есть видеоповтор, по которому судьи четко составят результат. ...126,90 ее результат.